вас приветствую, друзья! С вами, как и всегда, свободный путешественник. Здравия всем! Вся информация в ролике является субъективным мнением автора, и я не призываю относиться к этим рассуждениям как к истине последней инстанции. Просто предлагаю вам альтернативный взгляд. Каждый из нас сейчас пользуется таким количеством дорогих и не очень украшений, гаджетов, вещей, безделушек, что этому позавидовал бы любой монарх 19 века. Поддержание иллюзии процветания имеет решающее значение для устойчивости всей мировой финансовой системы. Но вы зря забываете о том, что в основе потребления всегда лежат мошенничество, кредиты и долги. Банковская система и судный процент были изначально придуманы для того, чтобы паразиты становились еще богаче за счет бедных, убежденных в том, будто у них есть какие-то ценности. И это именно те ценности, которые выгодны системе паразитов. Но настоящее процветание и счастье вам могут дать лишь природа, здоровье, любовь и отношения с близкими. Не идентифицируйте себя с теми материальными благами, которыми обладаете. Так вы только отдаляетесь от счастья, а не приближаетесь к нему. Благодарю за просмотр, друзья. Подписываемся на канал, кто еще не подписан. До скорых встреч на этом канале. Всех благ.